Вход. Это дом. Одна спальня. Шкаф для полотенец и белья. Душ, ванна. Туалет. Ой, надо мне причесаться, а то совсем что-то. Вторая спальня. Шкаф спальный. Большой, прибольшой, смотрите какой. Ой, какой дом красивый. Шкаф для одежды верхней. Лестница. Здесь выход в гараж и здесь выход в стиралку. А я вам покажу сейчас. Это дача, чтобы вы понимали. Это не дом, где люди живут. Это дача. Там еще бейсмент, но там закрыт. Хозяева закрыли, видимо, там их вещи. Посмотрите, какая здесь кухня, люди. Холодильник. Сори. Ты не представляешь. Правда же? Здесь пусто. Ну ладно, если вы так настаиваете. Продолжаем. Просто все приехали. Вечно ты. Какой пол? Все подводишь. Задний двор. Дом новый, поэтому нету, ничего еще не посадили они здесь. Запах, который может быть. Ой, самый прекрасный. Смотрите, какие люстры. Боже мой, какие люстры. Скажите мне. Я тебе дам собачий маленький из машины. Майя, у меня есть шарф. Тут комнаты как-то надо. Пледик. Это шкаф для... Да, практически все. Ну, я тоже такие шкафчики. Ну, а что так мало? Текстура этого полировки. Май, если тебе нужен плед, у меня есть вот такой шарф. Шарф. Такие же темные, только это прищевать, а у меня серые. Они такие тоже полированные. Да. Так, сделаем дизайн красиво. Они тоже с такой текстурой, ты просто ее можешь оттаять фотку сделать. Камин какой. Боже мой. Все. Картины какие. Так, мальчики уже тут это. Да, мальчики уже. И это спальня. Какой? У них есть здесь своя ванна. Еще раз здрасте. Ванна. И душ. Ах, какой красивый душ. Тут тоже у них есть большой-большой шкаф. Сейчас. Это называется walk-in closet. Мастер-бедрум с туалетом. Мы сейчас будем разыгрывать. А, кто где спит? Она другая. Ага. Классно. Вау. Красивый дом, правда? Мебель, все, такое красивое. В общем... Жить и радоваться. Постель, все, это все хозяйское. Мыло здесь есть, по-моему. Вот это, на самом деле, это дача, это коттедж. Это люди, которые, они не живут здесь, они просто приезжают сюда на лето, зимой. И это друзья наших друзей, они нам его очень-очень-очень дешево сдали, поэтому мы с удовольствием сюда приехали. Наверное, будем еще ездить. Здесь дом шикарный. Просто великолепный. Посмотри, какие штуки. Я тоже привез. Ребят, смотрите. И мы привезли кофе. Смотри. Подожди, ну тут только хозяевоз, надо... Мы не трогаем. Да, я сожил все хозяевоз. Это не наш. За нами не замерзнет. Ну, фэнси, Ренка такая. Мы с Майкой так, винишко, скромненько таким. У нас тоже, кстати, соленые огурцы есть.
Чтобы водку. Так у всех. Танька, дай мне парочку. У всех есть салют. У всех. Нет, наоборот, сюда. Сюда? Куда? Куда? Да куда-нибудь. Веди. Майка делает красиво. Майка, потом пошлюшить. Ну, естественно. Ой. Профессионала видно сразу. Да, блин, что случилось? Профессионал, она. Профессионализм не пропьешь. Лучше всего фотографируются напитки. И вот так вот получается. Ой, с огурчиком. Она только заметила. Димка. Пожалуйста. Вот и снег. Козы. Белый красивый такой. Где будем писать? Понятно, че? Писать. Я правда только на выходе подписал. Если наесться снега, как раз аккумулируется. Какая шапка красивая. Правда, красивая? Покажи. Хомут. Вот, фоточки. Пилим фоточки. Весь снег за... Весь снег затоптали. Чё, кто пилит? Там какая-то речка, типа, да? Посмотрите, там замерзший... Там замерзший лед, стоящий. Дима, если заболеешь, домой не приходи. Сам Бернар здесь ходил. Вот тут, смотри. Ну, давай. Куда? Куда пошел? Мы хотим вот там вот встать на фоне елочек. Дима, на. Мы хотим на фоне елочек встать. Шикарно. Слушай, а место сколько? Ну что, мы загораем? Очень хорошо. Нет. Нет. Здесь холодно. Я думаю, не здесь. Реально можно так это завалиться, не слава, потому что здесь свои такие куски льда. Видишь? Значит, вода Нет, не стоит, да. Да. Это у тебя поляризационный фильм. Как что, да. Разве плохо? Еще как с этим был. Так, делай. Вот такой натюрморт. Я уберу это. Опять натюрморт. Как будто я все это выпил. О, да, боже мой. Ты красивый. Вот это еще импром. Чтобы был полный комплект. И вино. И главное, еще и вино. Давай салат рыбу. О, какая красота. Согласись, это тоже инсайт. Получилось? Это инсайт. Очень интересная фотка. Сука. Это тоже инсайт. Да? Класс. Inside 2. Ах, Inside 2. А ты вот так делаешь? Да, 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 да. Так ты Рену возьми. А, попали в зону риска. Слишком, 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 быстро. И без тебя мой мир тебе не мыслим. Бояться больше не имеет смысла. Ты попадаешь в сердце, словно выстрел. Слишком. Быстро, быстро, быстро.
приехали в город, который называется Коллинвуд. Недалеко от нашего коттеджа. Здесь маленькие магазинчики, ресторанчики. Все так красиво. Такой старый канадский городок. Немножко похож на город, в котором мы живем, на самом деле. Только мы ближе к Торонто. Ой, снег идет. Глаза мне летит, а у меня глаза накрашены. Сейчас тушка течет. Посмотрите, как классно. Какая погода. Снежок, зима. Наконец-то. Смотрите, как красиво все снег. Ой, какой милый этот городочек. Парикмахерская. Магазин всяких вещей для дома. Ничего не видно. Диваны. Погодка чудная. Привет, вон я в красной шапке. Эй, привет. Это гостиница. Thank you.
Это не сувениры, это крисмасный магазин. Не круглый ваш. Год. Вон у них елка стоит. Сейчас. Какой чего? Меня вот с этой чашкой. Смотри, какие здесь Деды Морозы. Я уже сфоткалась этой чашкой, Майя. Прямо настоящие. Разных стран. Ну вот, в общем, вкратце наше путешествие. Надеюсь, что вам понравилось, было интересно. Пишите ваши отзывы, что вы думаете. Путешествие было коротким, всего несколько дней. Так что все, едем домой.